Сегодня 3 января, и в Гомеле просто ужаснейшая погода. Если у вас есть возможность сидеть дома, сидите дома под одеялком. Но с вами сильные новости, рубрика «Короче». Женя, первый выпуск в этом году рубрики «Короче». Поехали! ВОЗ признали болезнью игровую зависимость. Теперь это новый вид психического расстройства. Однако на основе личного мнения такой диагноз ставить нельзя. Этим должен заниматься профессиональный медик. Диагноз можно поставить, если на протяжении года наблюдались признаки игровой зависимости, которые влияли на разные социальные сферы жизни, например, на личную жизнь, профессиональную, рабочую и так далее. Такие вот новости. Ну и хорошие новости. Глава ВОЗ в новогоднем обращении заявил, что в этом году мы наконец-то сможем победить этот проклятый коронавирус, который вот уже всем вот здесь вот, наверное, сидит. Однако при одном условии. Нужно, чтобы все страны мира объединились и количество вакцинированных было не меньше 70% по всей земле. Белорусская вакцина от коронавируса прошла предварительные испытания и подтвердила свою нетоксичность на животных. В Республиканском научно-практическом центре эпидемиологии и микробиологии заявили, что вакцина не имеет побочных эффектов и нежелательных поведенческих реакций. Класс!